В Люберцах отметили две юбилейные даты. Это 120 лет русскому хоккею и 60 лет русскому хоккею в Томилине. Всю красоту и зрелищность этой спортивной игры показали настоящие ее мастера. В рамках праздника состоялась товарищеская встреча по хоккею с мячом между сборной командой ветеранов России и сборной командой «Урожай Томилина». Официальной датой рождения русского хоккея считается 8 марта 1898 года. Тогда в Санкт-Петербурге состоялся первый матч по официальным правилам, а уже через 30 лет в Москве первый чемпионат СССР. Несмотря на то, что хоккей с мячом не является олимпийским видом спорта, он до сих пор не теряет свою популярность. Проводится Кубок России, чемпионат России. Вот сейчас сборная России в финальном матче в Хабаровске выиграла у шведов 5-3. Хоккей с мячом хоть и мало освещается в средствах массовой информации, к сожалению. Но посмотрите, какие строятся крытые. Построен каток, ну, в Крылатском, в этом Москве. Значит, сейчас строится в Красноярске. Великолепный крытый каток в Хабаровске. Русский хоккей в поселке Томилино – это отдельная большая история, которая началась 60 лет назад. Команда «Урожай» по сей день достойно выступает на ледовых аренах Московской области. Хоккей любят в Томилино, культивируют. И много детских команд, которые занимаются и сейчас. То есть смена растет, и будем надеяться, что среди них будут будущие чемпионы мира. Именно поэтому праздник, посвященный двум юбилейным датам, связанным с русским хоккеем, прошел на стадионе «Урожай». Спортивное событие не обошлось без сюрпризов и подарков. Почетным гостям вручили памятные клюшки с автографами знаменитых российских хоккеистов. Спорт мы развиваем. Я везде говорю, что Люберцы – это территория спорта. Спорт самый разнообразный. И одно из таких направлений мощных у нас в городском округе – это хоккей с мячом. Поэтому, друзья мои, спасибо вам за то, что вы уделяйте внимание ветеранам, за то, что вы участвуете и подтягиваете молодежь. И на этот раз ветераны русского хоккея показали настоящий мастер-класс. Две звездные команды, сборная России и «Урожай», до сих пор в строю и показывают яркую зрелищную игру. Но определить сильнейшего так и не удалось. Счет сравнялся 1-1. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.